Такие слушания в нашем городе проводят впервые. Организованы они именно для того, чтобы учесть мнение людей при застройке города. Автор проекта Юрий Петухов рассказал об основных моментах в кардинальном изменении облика нашего города. Это создание центра радиологии, магистрали транзитного движения и комплекса «Наукоград». Въезде со стороны Самары сделать комплекс, который называется «Наукоград». Сегодня здесь кирпичный завод расположен. На территории этого кирпичного завода, который в наше время, когда мы начинали разработку, он весь разваленный был, не существовал. Выступление Юрия Петухова у жителей Димитровграда вызвало множество вопросов и даже негодований. Вот он нам объяснял, вот мы согласовали, вот мы решили, вот мы сделаем так, а нас-то кто-нибудь спросил или забыли про нас? Мы что, пустое место или люди? Успокоила всех главный архитектор Ульяновской области Татьяна Тарасова. Она заверила, что в правила застройки и генеральный план города будут вноситься изменения, ведь именно они для этого и проводят публичные слушания. Димитровграду повезло в том, что именно один и тот же проектный институт, институт головной российский, делает и генеральный план города на протяжении многих лет, и правила застройки. И поэтому я думаю, что здесь удастся избежать многих ошибок, которые, вот, как мы знаем, есть в других городах и населенных пунктах, в том числе и в Ульяновской области. Следующий этап публичных слушаний состоится 1 июля на дачном поселке в актовом зале школы номер 27 в 17:00. Евгения Креминская, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.